Ну что же, наша Родина, Россия, она крепка нашими семьями. Ну, а семьи возглавляются старшим поколением, как всегда. И сегодня я хочу вот представить своих родителей, которые присутствуют сегодня в зале. Моя мама Екатерина Степановна Девятова и папа Сергей Иванович Девятов. Вот здесь вот они. Ну, вы привстаньте, если не трудно вам. Привстаньте. Вот они. Они вместе 65 лет в полной любви и согласии. Спасибо. Сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать. Вы простите мне разлуки грешно. Детство моего, детство моего. А мы-то за детей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Сейчас одно постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минутой раньше. Своих детей давно седых, нас давно седых. Вы простите мне разлуки грешно. Детство моего,
Дорогие друзья, автор этой песни, певец Сосо Павлиашвили и хор многодетных семей города Москвы.